Еще одно экологическое мероприятие состоялось в Петропавловске в рамках общенациональной акции «Таза Казахстан». На этот раз активисты благоустраивают территорию городского парка, убрали сухостой и очистили рыки. Всего с начала года в Северо-Казахстанской области провели более 500 субботников. По словам специалиста ресурсного центра Айсулу Бекимовой, молодежь принимает активное участие в экологических акциях. Здесь участвуют молодежь, пришли с колледжей ребята, также есть волонтеры, есть ребята, которые работают в Жасыл-Ель, также специалисты молодежно-ресурсного центра и Центр общественного развития информации. Стараемся выходить, участвовать в таких акциях.